Здравствуйте, меня зовут Пестерева Мария Александровна, я врач, дерматовенеролог, косметолог клиники «Отражение». Сегодня мы поговорим с вами о биологически активных добавках. Биологически активные добавки – тема, вокруг которой ведется множество споров. Одни считают, что они обладают только полезными свойствами, другие говорят о негативных. Третьи вообще не обращают на них никакого внимания, считая пустышками. Так что же это на самом деле? Давайте разбираться. БАДы – это композиции натуральных или идентичных натуральных биологически активных веществ, предназначенных для приема внутрь. Они имеют ряд особенностей. С ними не проводятся клинические и доклинические испытания, они не являются лекарственными препаратами и проводятся только гигиеническая экспертиза. БАДы стали крайне популярны в настоящее время. Люди самостоятельно назначают себе эти препараты, насмотревшись YouTube-каналов, прочитав форумы или блоги. Лекарственные препараты с доказанной эффективностью имеют большой перечень побочных эффектов. О побочных эффектах биологически активных добавок известно мало. Поэтому пациенты делают на первый взгляд очевидный выбор в пользу биологически активных добавок. Врачи считают, что возлагать особых надежд на биологически активные добавки не стоит. Субтерапевтические дозы сами по себе лечить не способны. Биологическая активность дает лишь поддерживающий эффект. В сочетании с витаминами и лекарственными комплексами они способны укрепить иммунитет, нарастить мышечную массу, ускорить метаболизм. Если человек ощущает значительное улучшение, не принимая никаких лекарственных препаратов, то либо сработал эффект плацебо, либо добавка содержала лекарственный компонент, а это несет дополнительные риски. Основная опасность – это употребление некачественных биологически активных добавок, которые могут привести к отравлению. Некачественный состав может привести к рецидиву уже имеющегося заболевания или возникновению нового. Также не следует забывать, что аллергические реакции могут возникнуть даже на качественный препарат. Обязательно следует помнить о дозированном приеме биологически активных добавок. Например, неконтролированный прием эубиотиков может привести к дисбактериозу. Желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать курс препаратов, который необходим именно вам. В завершении видео обозначим итоги. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом биологически активных добавок. Не применяйте их вместо лекарственных средств. Перед медицинскими процедурами обязательно сообщите о приеме БАДов. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!